Это улочки старого Баку конца 19 века. По сути дела, здесь в точности изображено, как выглядели дома, какими были балконы, как люди из своих жилых помещений делали таким образом вот торговые ряды. Кто коврами торговал, кто посудой. С огромным удовольствием я эту картину писал и, как говорится, много времени уделил ей.